Здоровое поколение, светлое будущее – это девиз коллектива школы-интерната для одаренных в спорте детей имени Богинбай Батыра в Степногорске. В центре созданы все условия для занятий спортом. Это прекрасная возможность для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни. За 30 лет независимости Казахстан достиг больших высот. Воспитываются спортсмены, которые прославляют нашу страну. Такие залы открывают для подготовки спортсменов. Нас все устраивает, созданы все условия. Каждая возможность заняться спортом продумана до мелочей. В последние годы развитие массового спорта набирает обороты. На казахстанских спортсменов возлагается большая надежда на соревнованиях различного уровня. Греко-римской борьбой занимаюсь с 5 класса. Участвовал во многих турнирах. Есть призовые места. На областном турнире по греко-римской борьбе Бекпулата Турлыханова занял призовое место. В этом зале тренируюсь после школы каждый день. Государство придает большое значение развитию спорта для будущей молодежи. За 30 лет независимости флаг Казахстана поднимали неоднократно. Правда и то, что благодаря спорту нашу страну узнают во всем мире. Зарина Жунисбекова, Салтанат Бисенова, Дастан Булатов, Алмас Адвокасов, Кокша Акпарат.